Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 359. Вспомните еще виды орфограмм, изученные в теме имя существительное, и заполните таблицу четырьмя-пятью примерами на каждый вид. Обозначьте в записанных словах условия выбора соответствующих орфограмм. Первое. Орфограммы, суффиксы. Первое. Имени, пламени, племени, стремени, существительные на «ня». Второе. Пальчик, каменщик, танцовщик, извозчик. Третье. Зайчик, зайчика, мячик, мячика, замочек, буква «е» выпадает, замочка. Дружочек, дружочка. Орешек, сучок, кружок. Горошек. Под ударением пишем «о», кружок без ударения пишем «е». Это в суффиксах. Теперь посмотрим на орфограммы в окончании. Врачом под ударением «он», душой под ударением «ой» окончание, солнцем без ударения окончание «е», товарищем без окончания «е», у речки, в городе, в речи, на станции. Планетарий. Это склонение. Первое, второе, третье. И существительные на «ие» и «ие». Также в употреблении большой буквы. Например, в именах, собственно, Москва, Александр, Пушкин, аргументы и факты. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложения или пожелания? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.